Адская кочегарка. Именно так бичане называют специальный комплекс, предназначенный для сжигания вредных веществ, ядов и пестицидов, который должен появиться в поселке Новом. Сегодня вечером прояснил информацию в своем телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко. Глава региона рассказал, что сейчас идет работа в рамках первого этапа. Все химикаты, которые хранились на 8 складах в разных территориях Алтайского края, переносятся на одну площадку неподалеку от Бийска. Согласно заключению экспертов, это самое надежное место с точки зрения хранения. Процесс транспортировки отходов и условия их хранения проработаны и согласованы с федеральным экологическим оператором. Все полностью соответствует нормам безопасности. Впоследствии планируется передать химикаты для их дальнейшей утилизации. Добавим, этот процесс запущен на федеральном уровне. Аналогичная работа проводится во многих регионах России.